будет мокрая. По окнам течет. Ливень из кипятка обрушился на школу кикбоксинга позапрошлой ночью. Воды под 95 градусов было по колено. К утру ее откачали, но заниматься спортом стало негде. Инвентарь испорчен, зал и ринг от влаги вздулись и пришли в негодность. Я даже до сих пор. Влага. Вон вода. Сейчас зал, который, к слову, находится в подвале на 80-й гвардейской, пытаются просушить при помощи пушек, которые одолжили неравнодушные. Родители детей по очереди дежурят и пытаются отогреть помещение. Газ замерзает в одной, и надо будет газ переставлять, менять баллон. А если еще в другую комнату тоже пушку? Или одной достаточно? Нету пока. У Игоря здесь занимаются двое сыновей, и школа была для них вторым домом, как и для других 70 ребятишек. Хорошие и тренеры, воспитатели, и очень много детей. И сейчас вот, ну, то есть уже начались тренировки, как бы дети идут, родители приходят, спрашивают много, можно к вам записаться, как бы все. В ближайшее время клуб, наверное, не восстановит, в ближайшее. Куда-то будете отдавать ребенка? Не знаю, как сейчас будет. Может, как-то или в другом месте пока тренироваться будем, или как зал предоставят. Тренер школы Игорь Гребельный уже подсчитывает ущерб. 1300-400. А у вас есть такие деньги? Больше. Откуда у нас такие деньги? В этих стенах вырастили плеяду молодых спортсменов, победителей чемпионатов края, Сибири и России. Но, видимо, в ближайшее время кубков больше не будет. На носу чемпионаты первенства края по кикбоксингу, а тренироваться негде. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.